каждый элемент приходится выдавливать щипцами и так далее. И к чему это приводит? В азербайджанском общественном мнении не то, что начинает, а восстанавливаться мнение устойчиво, что все, что мы добиваемся от армян, это через военное применение силы там, и так далее и тому подобное. Но заметьте, во всей этой канители, то, что там творилось два дня назад, Лачинский коридор не перестал функционировать. И было отдельное заявление о том, что Лачинский коридор действует, функционирует, свободно. Это что означает? Это означает, что Азербайджан полностью привержен заявлению от 10 ноября. Пока в него не внесут изменения, согласованные со всеми тремя сторонами. Ну, я думаю, поняли, о чем. Там Занезурский коридор, Лачинский коридор и так далее, и тому подобное. И президент Азербайджана сегодня об этом, кстати, Макрону, отдельно там предложение было в пресс-релизе, что в период вот операции возмездия Лачинский коридор функционировал, и он был отдельный, открытый месседж о том, что ни одной гражданской инфраструктуры, ни одного гражданского не пострадало. Это были точки, я же вам об этом говорил. Это были точечные удары по инфраструктуре. Министерство обороны нам показало. От каждого по одной штучке уничтожили. Один блиндаж, пару гаубиц, там военную машину «Урал» и так далее. Там, показали, что мы видим сверху, где находится военная часть и так далее. Там, то есть нас этому показали, что мы это сделать сможем. По добру, по здорову уходите и создавайте атмосферу, при которой можно уже вести передачу. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.